Свята мора першае за апошнія 400 годзі. На августовскім канале Ля Гродна правялі маштабнае свята па адноўленых традыцыях часоў Стэфана Баторы. У праграме воднага фэсту былі заплывы на самаробных сродках, балотны футбол і вялікая канцэртна-забаўляльная праграма. Незвычайны фэст выклікаў каласальную цікаўнасць. На шлюз Дамброка прыехала некалькі тысяч гасцей з Беларусі і замежжа. Вольга Капковіч аб свяце мора. Самый видовищный этап Великого Свята заплыл на чем заугодно. У великим водным дефиле саморобных кораблев сёлета отзначилось около 20 команд. Яны повинны были не только пройти дистанцию, але и издивить глядачов и журы. Так, на августовском канале з'явилися хуторок от Зоси, Сердючка с мати и Сальвадор Дали с каханой Галой. Дня за три соорудили, ну вечерами соорудили вот это вот средство. Вот как-то при наличии небольшого количества материалов, определенного количества энтузиазма и доли придумки, вот родилось наше средство. Не меньшую цікаўнасць и сярод глядачоў, и сярод удзельнікаў выклікаў сапраўдны бренд августовских сустрэч – болотный футбол. Уже третий год запар на поле с грязи выходит каля двух десятков команд. Особливую цікаўнасць у глядачоў выклікают матчи сярод жаночых сборных. У болотной версии футбола есть широк отрозненьев от традиционной гульни, а августовская еще и додатковые нюансы. Эти правила, значит, взяты с чемпионата мира по болотному футболу, который проводится, и немножко нами модернизированы. В плане того, что, допустим, на чемпионате мира нужно играть в сапогах, а мы модернизировали, и у нас играют люди босиком. Незвычайные морские спаборництвы выкликали колоссальную цікаўнасць. На шлюз Дамброка приехали несколько тысяч гостей и не только из Беларуси. Дарэчы, августовский канал еще у кастрычніку минулого года увайшоў у безвизовую зону для замежников. За гэтага часу магчымасцю наведаць Беларусь уже скарысталіся свыше 30 тысяч туристов.